Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo Pad Air, и сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера. Итак, для этого мы открываем браузер, я открываю Chrome и нажимаем на три точечки в правом верхнем углу и нажимаем «История». Далее нажимаем «Очистить историю», выбираем временной диапазон и выбираем, что именно мы хотим очистить. И после чего нажимаем «Удалить данные». Нажимаем «Удалить». И таким образом очищаем историю. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.